У нас сегодня первое путешествие после карантина. Мы летим на маленьком самолетике турбовинтовом на остров Лансаротте. Между островами летают две основные авиакомпании. Это зелененький Винтер и синенький Канар Флай. Во-вторых, обычно билеты дешевле. Мы прилетели на Лансаротте. Это аэропорт имени Сезара Манрике. Очень красивый аэропорт. С камнями из лавы. С кактусами, конечно. Будем получать машину. Нам выдали машину Renault Megane. В документах есть фотографии всех царапок. В Hertz все очень качественно сделано. Это мы взяли в дочке Hertz Drifty. Вот такая машина. Руль упаковали в пленочку. Все типа обработано. Все безопасно.